Сейчас у нас происходят очень интересные события, дорогие друзья. События связаны с тем, что сочетание различных факторов, которые мы с вами наблюдаем в феноменальной жизни, являются предпосылками того, что нам ожидать в будущем. Для начала необходимо понимание того, что этот процесс идет с давних времен. Этот процесс начался очень давно. И он не продолжается. Сейчас мы подошли к тому моменту, когда людям ограничивают возможность получения актуальной информации из различных регионов мира. Началось все это дело с Австралии. В Австралии тоже есть определенная цензура. И в Таиланде есть определенная цензура. Разумеется, это цензура для тайцев. В первую очередь она связана с Сейчас настало время тогда, когда тех людей, которые находятся на территории России, Республики Беларусь и бывших стран СНГ, начнут постепенно отключать от всех социальных сетей. Поэтому в описании к этому видео я приложил несколько ссылок, которые вы можете использовать для того, чтобы оставаться на связи. А выходить мы все равно будем в эфир с определенной периодичностью и рассказывать о том, какие действия мы можем предпринять для того, чтобы наиболее качественно и комфортно продолжать существование в этом мире и исполнять волю великого архитектора Вселенной. Понимаете вы это или не понимаете, но это уже не очень-то и имеет значение. Анна написала: очень глупо со стороны, дорогая, это не со стороны каких-то властей РФ, нет никаких властей РФ. Есть те, кто поставил менеджеров для управления определенными территориями. Нет никаких агрессоров, нет никаких начал кем-то в бойне и так далее. Все делается по общему сговору. Об этом я говорил много раз до этого. И здесь добавлять к этому абсолютно нечего. Мы наблюдаем с вами определенные акты вот этого геноцидного мерлезонского балета. Начался он еще в 2019 году, а сейчас мало-помалу все потихонечку подходит к тому, о чем нас предупреждают. А предупреждают они с регулярной периодичностью. Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов – вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Разговоры, которые шли по поводу отключения социальных сетей, они не лишены смысла. Были тогда, когда люди крутили у виска и говорили: да что вы, никогда ничего не отключат. Не отключат ни Сегодня выступила наша уже девушка, там такая есть в Российской Федерации, которая очень любит говорить публично. И она рассказала относительно того, что, друзья мои, готовьтесь, ну раз вот нашу госдуру заблокировал, значит мы заблокируем ее. У них там есть определенный сценарий, относительно которого все это дело происходит. Разумеется, для чего это делается? Вовсе не потому, что кто-то с кем-то там спорит или кто-то на кого-то заточил зуб. Это все одна банда. Нужно просто лишить возможности обычных людей получать информацию актуальную и предпринимать какие-то действия по улучшению и своей локации, и по своей защите, для того, чтобы было проще и быстрее утилизировать двуногих рабов, которыми, собственно, они всех и считают. И которые, собственно, себя так и проявляют, многие, именно. Почему? Потому что не готовы расстаться со своими страхами, а человек, который действует от ума и живет в собственных страхах, является рабом, и деваться тут некуда. Освободиться от этого можно, но большинству людей страшно выпустить из рук то, к чему они так привыкли. В описании к этому видео есть способы, при помощи которых мы можем оставаться с вами на связи более длительное количество времени. В первую очередь я рекомендую, дорогие друзья,
Если вы до сих пор еще не разобрались в этой системе, децентрализованной системе, называется она «Бастион». Я к ней весьма скептически относился достаточно длительное количество времени. Потом я там достаточно долго разбирался в этой системе, потому что там, ну, не так все просто, как казалось бы на первый взгляд. Тем не менее, я разобрался, и сейчас я вам рассказываю о том, что это возможность оставаться на связи достаточно длительное количество времени. Это вовсе никакая не реклама, рекламировать там нечего. Это возможность нам с вами и вам между собой общаться, даже если доменные имена будут заблокированы. Я предлагаю вам внимательнейшим образом изучить bastion.com. Теперь для того, чтобы было понимание, я давно обещал выложить исполняемые файлы. Вот ссылка на скачивание исполняемых файлов под разные платформы. То есть под Windows, под Mac, но нету айфонов. На айфонах работать ничего не будет. Я заранее говорил о том, что выбрасываете айфоны, они станут абсолютно бесполезными вещами, которыми можно будет только забить маленькие гвоздики. Ну или посмотреть, скажем так, любимые передачи «Давай поженимся», «Давай посремся», где какая армия кого уничтожила и убила, и, собственно, куда бежать и как спасаться, сообщения от властей. Вот iPhone для этого очень подходит, как, собственно, и телевизор. Поэтому либо Android, либо компьютер. Лучше компьютер. Здравие тела и ясности ума. Аз есмь сущий здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание.